практически одинаково звучат эти чаши. Потому что сейчас я сижу еще в наушниках, все-таки студийных, и мне там очень хорошо слышно звук, нюансы. Нравится, как вот это сочетание происходит. Вот когда они раскачиваются, вот эти две чаши, 63, 68, очень хорошо у них. И вот чистый звук от Лингама, ой, от Tiger Eye, он какой-то еще баланс такой вносит. Ну, то есть, а из маленьких, если брать, то, наверное, выгоднее тогда Full Moon брать. Хотя мне, конечно, удобнее. Tiger Eye. Это высоковато. Я бы убрал просто ее даже отсюда. Эта чаша была 44-я. Кажется, она тут не при делах. Вот. Еще раз с таким набором попробуем. Ну и здесь тогда тоже, наверное, можно оставить вот такой вариант. Сократить его. И попробовать еще раз. Попробуем с Tiger Eye. Попробуем убрать ее подальше. Сейчас мне больше нравится тигровый глаз, которая 54-я. Именно 68-я она лучше, мне кажется, подходит. Просто приятнее, я не знаю технически, как это объяснять. Ну и может быть тогда вот эта чаша будет хороша. Дополнять их высокими. Они все равно друг друга раскачивают. Почему я убрал подальше остальные чаши? И вот этот звон появляется, а это не от самой чаши, а от резонанса совместного, да? Ну вот мой выбор был вот такие три чаши. Это 62-я, 54-я. Так вот, так я слышу.